У меня открылась ярмарка белорусской обуви. Она работает в ДК «Железнодорожник». Там представлено более 1000 наименований обуви. Сергей Степанов оценил ассортимент. Ему слово. Удобная, качественная и по доступной цене. Именно по этим критериям Елена Фрейтак выбирает обувь. Сегодня на ярмарке в ДК «Железнодорожник» женщина купила себе сразу несколько пар. Я приобрела ботинки осень, весна и такие туфельки легенькие. Так как у меня проблемная нога и она травмирована. Очень удобная колодка. Во-первых, кожа мягкая, платформа тоже такая, она супинатор очень удобный. Поэтому я отдаю предпочтение белорусской обуви. Очень благодарна производителям за такой ассортимент. Большой очень выбор, консультанту благодарна. На ярмарке сотни видов мужской и женской обуви на любой вкус и сезон. На замке, резинке, липучке, в наличии все размеры. В нашем ассортименте представлено большое количество обуви на проблемные ноги, а именно для тех, у кого проблемы с высоким взъемом, широким голенищем и косточками. Преимущество нашей обуви в том, что она изготавливается из натуральных материалов, то есть из натуральной кожи и спрессованной, а также плотная качественная подошва, которая надежно фиксирует ножку. Тюменцы уже давно оценили качество белорусской обуви и приходят на ярмарку уже не в первый раз. Удобная, мягкая, кожаная. Сегодня приобрела осенние полсапожки. Мне они понравились. Я уже зимнюю покупала у них. Сейчас летнюю хочу купить. Она, во-первых, мягкая, подошва у них очень удобная. И по себестоимости, как говорится, подходит. Особенно нам, пенсионерам. Ярмарка белорусской обуви будет работать в ДК «Железнодорожник» по 18 апреля включительно. Сергей Степанов, Дмитрий Ларичев, Тюменская служба новостей.